У меня сегодня два вопроса. Первый вопрос. Президент Азербайджана недавно распорядился отметить 140-летний юбилей Мамеда Эмина Расулзаде. Это один из основателей Азербайджанской республики, но при этом очень активно сотрудничал с нацистами в годы Великой Отечественной войны, участвовал в создании Азербайджанского легиона, который воевал против Советского Союза. Вот хочется узнать ваше мнение об этом. Вы знаете, мы довели до азербайджанской стороны наши оценки на этот счет и находимся с ними в контакте.